Маска уже давно аксессуар не только медиков. Ковид изменил жизнь, ввел свой дресс-код, согласно которому рот и нос должны быть прикрыты во благо ближнего, дабы не допустить распространения инфекции. Площадь Примостовая – основная мозырская транспортная развязка. Именно поэтому акцию Красного Креста по раздаче одноразовых масок решено было провести именно здесь. Адресаты – те, кто, несмотря на санитарные требования, пренебрегает средствами индивидуальной защиты. Это профилактика COVID-19. Периодически мы проводим такие рейды, ходим по автобусам, на улице раздаем масочки, так как надо соблюдать масочный режим. Ситуация в стране нестабильная, кажется. Болеет очень много людей. Надо соблюдать дистанцию, носить масочку. Все мы заложники этой ситуации. Отряд быстрого реагирования Мозырской организации Красного Креста – это неравнодушные студенты Мозырского педагогического. Своим примером показывают, как нужно бороться с распространением ковида. Обязательно после прихода с улицы мыть руки, лицо. Также быть поменьше в общественных местах. Желательно при себе иметь маску, перчатки. Также вакцинация помогает от COVID-19. Я лично себе сделал вакцину. В связи с неблагоприятно сложившейся обстановкой маски важны, маски нужны, так как это индивидуальное средство защиты, поэтому, да, я сама ношу маски и призываю всех это делать, так как, возможно, мы сможем сохранить наше здоровье, поэтому берегите себя и своих близких, и свое здоровье. Невольные участники Мозырской акции Красного Креста с пониманием отнеслись к полезному мероприятию. Ковид среди нас уже более полутора лет. Правила защиты от него общедоступны и общеизвестны. Обрабатывать руки после улицы, тоже прийти домой, обработать, помыть, потом обработать. Когда выйдешь с автобуса, тоже надо обрабатывать руки спиртом. Также волонтеры раздавали памятки, где в очередной раз были прописаны меры предосторожности. А в нынешнее время ношение масок – своего рода тест на эгоизм, ведь использование средств индивидуальной защиты – это прежде всего забота об окружающих. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».